Ну, желательно смотреть в камеру, хотя можно и смотреть на меня, но это не важно. Вот я... В принципе, одно и то же. Ну, почти одно и то же. Я сейчас собираюсь поговорить с Викторией. Она сама о себе расскажет, но вы сами видите, какая замечательная, красивая девушка. И вот что она здесь делает, она нам расскажет. Вика, представьтесь, пожалуйста, так вот подробненько, подробненько. Я Матричка Виктория Леонтьевна, из Украины, из города Одессы, международный гроссмейстер. Приехала сюда на чемпионат Европы среди женщин по шашкам 64. Я играю в три вида. В три вида это как? Ну, давайте теперь интересно про три вида. Это какие в шашках? Есть шашки 64, которые мы обычно знаем, которые мы все играем. Есть бразильские шашки, это те же 64, это только стоклеточные правила, из стоклетки играют. Там просто доска больше и шашек больше. Да, это стоклеточные. Да. А вот бразильские – это шашки 64, только с правилами стоклеток. Так, а какая разница в правилах? Правила стоклеточных? В взятии боя. Если есть выбор, бить одну или две, обязан бить большинство. И два отличительных правила через дамки. Там. Так, ну вот немножечко стало ясно. Но вообще шахматы, шашки, ну я просто по привычке уж простите меня великодушно. Вот, привык говорить с шахматистами и шахматистками. Вообще я обратил внимание на то, что состав такой, ну если сравнить с шахматными соревнованиями, все-таки достаточно такой серьезный, взрослый состав вот таких вот девушек, как вы, ну очень мало встретишь. Как вы пришли в шашки? Ой, вообще-то я занималась шахматами. Ага. 6 лет я пошла на шахматы, потому что моя сестра занималась, она меня туда повела, моего брата, у меня тоже брат есть, у меня младший на год. И, в общем, позанималась и пару месяцев, и потом чего-то не понравилось. Наверное, в силу возраста, потому что 6 лет ребенку не хочется сидеть на одном месте и что-то сидеть думать. Ну, хотя мне тренер говорил, ну, не уходи, у тебя хорошо все получается. Ну, я, в общем, ушла. Много чем я занималась. Занималась и народными танцами, хотя я всегда мечтала заниматься спортивно-бальными танцами. Кстати, сейчас тоже занимаюсь ими. Хотела на кружок дизайнерства, рисования. В общем, а потом моего брата, мой тренер будущий, преподавал в начальной школе в виде факультатива шашки, шахматы, логику. Ну, так как я была уже в средней школе, в 5-м классе, я этого не знала. И он мне рассказал, что есть такой тренер, Сакин Георгий Викторович, что у него всегда весело, какие-то шутки, какие-то загадки на логику. Ну, и мама говорит, может, ты попробуешь пойти туда? А я, да я не хочу, зачем мне шашки? Ну, а когда пришла, мне понравилось, и начала заниматься, мне было 10 лет. А вот я уж тогда, поскольку ты и шахматистка все-таки в каком-то плане, скажи, вот между шахматами и шашками, ну, понятно, сейчас ты каких-то достигла высот именно в шашках, и, так сказать, а вот ты не пробовала больше себя в шахматах, или тебе это совершенно неинтересно, и уже как-то... Почему? Интересно, а шахматы тоже достаточно интересная игра, и мне понравилось, как мой тренер сказал, он говорит... Тренер сказал, вот как только станешь чемпионкой мира по 100, перейдем на шахматы. А, вот так вот. Ну, это, конечно, шутка, но... В шахматах есть какой-то разряд у тебя? В шахматах? Да. Ну, мне должны были давать в 6 лет 4-й разряд, но... А, ну, то есть вот и все осталось на, так сказать, бесконечном уровне.